когда я в 17 лет пришла учиться в университет, у меня инженерная специальность, девочек было очень мало, там всего несколько на поток, и преподаватель сказала, либо играешь в футбол с мальчиками, либо выбираешь секцию какую-то. Спросили, что хочешь делать, я сказала, я хочу бегать. Разряда по легкой атлетике нет, потому что я никогда этим не занималась, и меня отправили в спортивное ориентирование. Что это такое, я не знала. Первая тренировка была моя такая, что я прихожу, переодеваюсь, вижу лыжи и думаю, куда я попала, я не хочу. Но в итоге очень понравилось, просто потому что это природа, бег, искать контрольный пункт, который я первый раз искала, наверное, минут 40. И когда нашла, я... счастье, контрольный пункт. Вот, но так получилось, что очень этим увлеклась. И ну, мне очень повезло с тренером, с какими-то с возможностями. И то, что я практически единственная девочка на факультете была, меня постоянно ко всему привлекали. И к окончанию университета, вот ровно в 2005 году, я выполнила мастера спорта по ориентированию, попав в тройку на чемпионате Уральского федерального округа. Ну, по ориентированию тогда это было сделать очень легко, потому что у нас в области выступали очень именитые спортсменки, женщины, и достаточно было попасть в тройку, чтобы стать мастером. Вот, и все. А потом окончание университета, работа, семья. И у меня родители очень против спорта были, и поэтому я считала, что как бы, ну это не нужно в жизни. И на 7 лет у меня был перерыв. Но все равно каждый раз, когда я мимо видела прибегающего спортсмена, у меня сердце так сжималось. Мне не хватало этого адреналина на соревновании, когда настраиваешься к старту, вот буквально там минуты до старта, вот все, что это переживало. И все началось, наверное, когда родила ребенка, решила сбросить лишний вес. И дальше вся моя жизнь — это была череда каких-то событий, случайностей, может, даже не случайностей, но которые из каждого следовало следующее. И самое первое, наверное, было это принятие решения. Когда февраль, у нас холода минус 20, и я думаю, мне надо начать бегать. Вот именно здесь и сейчас я оделась, вышла на улицу, пробежала 5 минут, развернулась, пришла домой. На следующий день пробежала 6 минут, так потихонечку увеличила до 10. Потом, как раз было где-то до минус 20, потом стало минус 25, а потом, нет, холодно, минус 30, конечно, холодно, сижу дома, 35, вообще. Потом в обратную сторону, минус 20, о, отлично, можно побегать. Вот, видимо, то, что началось все это в феврале, дальше было легче, и так я, наверное, к маю уже делала, там, могла бегать минут 30-40, и вот первое. Случайность, я встречаю свою давнюю знакомую, с которой мы еще учились в университете, она говорит, что в июле соревнования по ориентированию, им в команду нужна девочка. Ну, отлично, я 7 лет не бегала, 7 лет не бегала ориентирование, и бежать сразу эстафету и по элите, взяла время на обдумывание, в итоге посовещалась с мужем, подумала, ну, было бы неплохо. Позвонила, сказала, да, я бегу. Получается, это май, мне нужно в июле бежать. Второе событие – это когда я решила потренироваться, заявилась на старт по ориентированию, должна была успеть, но все нормально, и тут муж заезжает в автосервис, ему там поменять что-то минут 5, в итоге там ему неправильно сделали, мы часа полтора провели, я понимаю, что я на старт не успеваю, звоню знакомой, она говорит, я возьму тебе карту, возьму тебе номер и оставлю, если хочешь, позже стартуешь. И вот как раз то самое принятие решения, когда я думаю о том, что я опаздываю на старт на час. Старт общий, все уже убегут. И муж спрашивает, ну что, едем? А как раз вот давний кошмар, наверное, студенчества, опоздать на старт. И тут я думаю, что как бы, да, все, едем. Мы вот час едем до старта, я приезжаю, все уже в лесу. Мне там под машиной, под колесом оставили компас, номер, я это все прицепляю. Бегу дистанцию, естественно, в протоколах самое последнее, с огромным проигрышем, но смогла испытать вот то, что почему так давно соскучилась. Ну и все, и в итоге пробегаю эстафету с этой девочкой, все замечательно, и начинаю регулярно там раз 3-4 в неделю бегать. И следующее событие, которое... это зима, уже получается следующий год. Вес мне удалось сбросить, все отлично. Открываю регламент, календарь и вижу, что чемпионат Уральского федерального округа будет в Ханты-Мансийске. Вот если вы когда-нибудь мечтали побывать в каком-то городе, то, может, поймете, что я испытала. Я всегда мечтала побывать в Ханты-Мансийске. Это мекка зимнего спорта для меня.
И сам факт того, что мы будем стартовать на этом зимнем стадионе, ну, не важно, что летом, но будем прибегать под этой аркой, и вообще вот это город, это север, это белые ночи, мне очень хотелось, и задача была попасть в тройку, чтобы отобраться в сборной области. Выучила соревнования какие регламентные, стала ездить регулярно там, пятое, третье, но потом результат стал лучше и лучше. В итоге в том году я выиграла чемпионат области, причем, когда я была мастером, я ни разу не выигрывала область. А тут выиграла область и отобралась первым номером сборной области. Но вот тут получился первый жизненный урок, что я поняла, что нужно правильно формулировать свои цели. У меня задача была поехать в Ханты-Мансийск. И в итоге, когда я туда поехала, я приехала, я не могла бежать в соревнования, потому что у меня все. Но я добилась цели. Все, я в этом городе, и вот подумала, что надо формулировать более конкретно. Там, например, хорошо выступить на чемпионате УРФО. То есть попадание в город сам по себе уже предполагается. В общем, там ужасно было выступление, но тройка по классике, эстафету мы выиграли, и благодаря выигрышу в эстафете меня отбирают на Кубок России. Но тут ситуация такая, что мне не с кем оставить полуторагодовалую дочку, и мне уже предлагают, чтобы я ехала с ней, но я отказываюсь, очень сильно расстраиваюсь, и тут друзья мне предлагают, побежали забег за облака, 30 километров, гора Круглица, 1100, высота, в принципе, несложно, но я никогда не бегала такие дистанции, я не знала, что мне ждать, но подруга сказала, что это очень здорово, очень красиво, и это нужно сделать. Ну, отлично, заявилась, побежала. У меня цель же была похудеть. Я поэтому на дистанции ничего не ела. Ну вот, если вы когда-нибудь бегали горные дистанции, то понимаете, по времени это намного больше, чем гладкий бег. И пункты питания могут быть подальше. И в итоге там за 2 километра до финиша, когда я шла лидером, у меня все горючее закончилось, там шаг не могла сделать. В итоге кое-как добежала до финиша, заняв второе место. И тут же сразу на таком ажиотаже мне говорят, о, а тут на Иремеле будет старт 45 километров, давай побежим. Набрала кучу с собой еды, побежали с подругой, в итоге я там также заняла второе место. И как-то все равно вот одно за другим, стало очень интересно, что это такое. И сама еще толком даже не поняла, нравится, не нравится. Тут мне друзья дарят билеты на Эльбрус майский, и как бы уже вариантов нету. Ехать на Эльбрус, ни разу не побывав в горах, смотрим, ага, Борус, отлично, можно съездить потренироваться. А тем более еще в декрете, еще декретные платят, еще так круто. Поэтому, тем более, не очень далеко, билеты на поезд, поехали, сбегали Борус. Причем я ездила с подругой, она заняла первое место, я вторая была. Съездили на Эльбрус, там в призы из нас никто не попал. Но вот из той жизни, воспоминания, мы едем в поезде, у нас с собой брошюрка по скайранингу, мы прочитали, что это за вид спорта, вообще, что это такое. И там фотографии всех сборников. Мы с Катей едем такие, смотрим, такие, так, это девочка. Угу. Ну, она нам час проиграла на Иремеле. Таких, вычеркну. В смысле, тогда уже строили планы о том, как попасть в сборную, поняли, что это вполне реально, и у нас просто грандиозные какие-то были наполеоновские планы. Самое интересное, что они потом все исполнились. Вот, и получилось, что вот как бы одно событие, оно повлияло на следующее. Я вот думаю, что если бы мне было бы с кем оставить дочку, то я бы вообще не узнала бы, что такое скайранинг, поехала бы на Кубок России по ориентированию, и, может быть, конечно, совсем по-другому бы все сложилось, но я очень рада, что все сложилось именно так, как сейчас, потому что в 2014 году я отобралась в сборную России, в 2015 выступала на международных стартах, начала выступать, и сейчас продолжаю пробовать себя, пробовать разные дисциплины, потому что так-то сложно определиться, в какой лучший результат получится. Вот, ну это так, кратко не получилось, и мне обещали вопросы. Я так-то могу еще много рассказать. Как удается совмещать такие большие нагрузки и семейную жизнь? Когда у меня закончился декрет, я должна была выходить на работу, но я уже тогда начала бегать, и мы с мужем серьезно поговорили. Причем начальница мне сказала, что либо спорт, либо работа. Если ты выходишь на работу, то забываешь о спорте. Я как-то очень сильно возмутилась и уволилась, устроилась тренером. То есть как бы график стал попроще.
И с мужем поговорила, то есть изначально был разговор именно с ним, он, ну, он понимает, что я — это я. То есть если меня не отпустить, и я не поеду и не побегу, то это буду уже не я. То есть как-то вот так, а совмещать, ну, я не знаю, даже как-то время на все хватает. Я в 6 утра просыпаюсь, мы там в 10 спать ложимся. И единственное, только летом поездки, да, тут сложно, тут, получается, приходится как-то... Я не знаю. Я не знаю, что ответить на этот вопрос, просто так получается. Но я успеваю приготовить обед, ужин, полы помыть. А по сохранению ребенка кто занимается? Я. В основном? Да, ну, так как я устроилась в спортивную школу работать тренером по ориентированию, летом с детьми, то я дочку в садик даже не вожу. То есть, получается, я ее, там, например, к 8 отвожу, бегу свою тренировку, забираю в районе 12. То есть она там, получается, что завтракает, они гуляют. Потом они заходят в садик, я ее уже забираю сразу. И мы едем на мою работу. Мы обедаем в столовой, и все. Я детям даю задания, они там по компасу ходят, например, азимутальные квадраты. Там же шаги нужно считать. И все, у меня мелкая тоже берет компас, карту и там пытается все это считать. А, спортивное ориентирование. Спортивное ориентирование – это вид спорта, ну, если официально осуществляемый в природной среде. Это когда на местности, неважно какая, просто на местности установлены контрольные пункты. Они обозначены на карте, и необходимо пройти все по контрольным всем точкам, ну, кто быстрее. Это одна из дисциплин. Так-то несколько дисциплин есть. Изначально вид спорта был военно-прикладным, и все контрольные пункты устанавливались в лесу. То есть есть карта, компас, и с помощью каких-то условных обозначений, с помощью ориентирования на местности человек преодолевал все эти контрольные пункты. Электронная отметка используется, то есть на КП подбегаешь, отмечаешься, на чип сразу информация со станции записывается, и на финише сразу уже распечатка с временем и с правильностью прохождения. Если возьмешь не свой контрольный пункт, то снят. Вот. В последнее время развиваются городские спринты. Это когда берется любой участок, даже не парк, просто город. И достаточно безопасно. Чтобы машин не было, ставятся контрольные пункты. И вот, кстати, городские спринты стали более быстрые. То есть, например, в сборную России по ориентированию, чтобы бегать городские спринты, нужно мужчинам выбегать 3000 метров на стадионе из 9 минут, а девушкам из 10-30. Это условия попадания в сборную России на городской спринт. Вот. По лесному ориентированию таких нормативов нет. Но в лесу есть немножко скорости другие, там нужно вычитывать рельеф. То есть вот вы видите лес, вы видите траву, а нужно уметь еще видеть, вот как там какая-то лощина пошла, или там какой-нибудь лог, нос. Вот. А скайранинг — это в России относится к альпинизму. Изначально вид спорта — забеги, высокогорные забеги, скоростные восхождения. То есть если углубиться в историю, то началось с того, что альпинисты зашли на вершину, а потом подумали, а почему бы туда не засечь, кто быстрее. Вот, они засекли, и раньше это были просто скоростные восхождения на разные вершины. Потом стало, на одну вершину мало, давайте-ка вот на одну, потом еще на вторую. И вот пошло-поехало. В мире, получается, Федерация скайранинга находится под эгидой высотных видов спорта. Это аналог нашей Федерации альпинизма. В России в реестре скайранинг относится к дисциплине альпинизма. Ну, то есть сейчас, так как не во всех странах есть высота выше 2000 метров над уровнем моря, то правила изменили и сделали так, что есть требования к определенному набору высот и к определенному уклону. Например, дисциплина в скайранинге — практически в любой должен быть перепад не менее 1000. То есть если, например, вы 10 раз забежите в горку 200 метров и наберете 1000, то это не будет скайранинг. А если вы один раз забежите в гору с перепадом 1000, это уже скайранинг. И, ну, там по длинам, то есть, например, марафон в скайранинге должен быть перепад не меньше 1000, хоть на одном из склоне, а общий набор не менее 2000 метров. Вот там. Ну, то есть получается 3 основных дисциплины и есть дополнительные. Вертикальный километр, там дистанция вообще до 5 километров, но перепад ровно 1000. То есть это просто берется склон, и дистанция в основном там от 2,5 до 5 километров. Ха. Про горы. В общем, так как я живу в Челябинске, и все-таки у нас местность там Чебаркуль, Миасс, это все-таки небольшие горки, и
Я никогда не любила бегать в подъем. Вот просто ненавидела подъем. Все, я иду пешком. А та самая подруга, которая меня вернула в ориентирование, она меня заманила еще на Рогейны. Но Рогейн — это вообще отдельная история. 24-часовой я не бегала ни разу, а 8-часовой. То есть за 8 часов нужно собрать наибольшее количество пунктов. Причем, чем пункт сложнее, тем больше он стоит. Ну, стоимость там. Например, от 3 до 8 баллов. И кто больше собирает очков за эти 8 часов, тот и побеждает. Бегают командами, то есть там от 4 часов бегают командами. Вот, и мы побежали с ней 8-часовой Рогейн. Так называется, по болотам и по взгорьям. Такое романтичное название. Там болото и горы. Сейчас ты либо по болоту бежишь, либо по горе. И вот в этот подъем все пешком, пешком, пешком. И тут финиш, по равнине я Лену обгоняю. Подбегаем к финишу, остается горка, на метров, наверное, 20 перепад. Я иду пешком, ее жду, а Лена вот как бежала медленно по равнине, она так, точно так же медленно начинает бежать в эту горку. И я уставшая, и говорю: «Лен, ты что, хочешь в эту горку забежать?» Она говорит, ну, она не отвечает мне ничего, просто начинает дальше бежать в эту горку, и я вздыхаю и начинаю бежать с ней, потому что по правилам нужно финишировать там в одной минуте. То есть нельзя, чтобы между двумя участниками команды был большой перерыв. Я начинаю бежать за ней, и я понимаю, что я бегу легко, что у меня это получается, при этом я ее обгоняю. То есть тут вот буквально вот так вот перещелкнуло в голове, что это были мои просто опасения какие-то, что я это не могу. Оказывается, я это могу. И вот это помогло в будущем, потому что как раз вот забег за облака я бежала, я бегу в горку, и у меня такая мысль, что я умею это делать. И потом это очень сильно помогает на соревнованиях, потому что я бегаю горные забеги, а в Челябинске самая высокая гора – 15 метров, и это спуск к реке. То есть, вот, перепад 15 метров. Длина склона где-то в районе 100 метров. Ну, да, то есть я, получается, забегаю наверх, делаю небольшую петлю вниз, и это круг 200 метров. И вот на 15-метровом перепаде получается тренироваться. Там. Вот, ну, помогает именно вера в то, что у меня это, что я могу это. Вот как-то так. Ну вот, никак. Я съездила на Борус, возвращаюсь, подбегаю к этой горке, к нашей, посмотрела, посмеялась, побежала дальше. Но получается, что горная работа, она больше силовая и очень помогают короткие интервалы, но на максимуме. То есть, например, когда в кроссе идут ускорения по 10-15 минут, и вот так вот, коротко вот так вот бежишь, ускоряешься. Как-то так. Но меня все этот вопрос задают, как на равнине тренироваться, ну как-то можно... Я гладкие не бегала. То есть у меня, например, получается, я когда родила дочку, начала только бегать, вот только-только, когда, получается, меня подруга пригласила бежать ориентирование, я пробежала 3 километра за 12:04 на стадионе. То есть тогда для меня это было 12:04. Если говорить результаты тех 2000-х годов, тогда у меня 13 минут была тройка, пятерка 22 с чем-то. А сейчас очень сложно найти время. То есть либо готовиться к гладкому забегу, либо к горному. А получается, что я в этом году выбрала дисциплины такие достаточно серьезные, то размениваться на какие-то... Ну, у нас просто, не знаю, как-то не получается гладко пробежать. Пятнашку бегала зимой с набором 300 метров, 400, ну, 300-400, я не помню, 1:08. Вот. Ну, то есть так-то скорость невысокая. Я что, получается, пятерку бегу 22, что десятку там... А, нет, пятерку 20, из 21, ну, выбегу, наверное, у меня 21:10, на тренировке был рекорд. Ну, просто темповая, тренер говорит, вот за столько бежишь, ты бежишь. Вот, десятку темповую 42 бежала, тоже просто по заданию. А так, ну, интересно, конечно, просто как-то вот не получается. А вы сами себя тренируете? У меня тренер. Я, получается, когда бегала ориентирование, нашла, ну, меня случайно я попала к Масееву Леониду Николаевичу, чемпиону Европы на марафоне. У нас, кстати, всего 2 чемпиона Европы из-за советских спортсменов. И вот Леонид Николаевич один из них. Он в 79-м, кажется, чемпионат Европы выиграл. У него на марафоне 2:12 время. И он тренирует... У него нет именитых каких-то спортсменов, но он тренирует практически всех. То есть, но у него там есть определенные требования. То есть если к нему нужно ходить минимум 5 раз в неделю. Причем вот именно здесь и сейчас. То есть, например, все знают, там уже в районе 30 лет, что в «Динамо» в 9:30
во все дни, кроме четверга и воскресенья, Леонид Николаевич на месте. И вот к нему приходишь и говоришь: Леонид Николаевич, я хочу тренироваться. Отлично, приходи завтра. Завтра приходишь, он дает задание вместе со всеми. Ты это задание делаешь. И дальше, то есть, например, начинаешь ходить 2-3 раза в неделю, начинаешь с ним спорить. Например, один раз он говорит: беги там 6 километров. Говоришь: о, почему 6? Все там 10 бегают, я хочу марафон бегать там. Все. Он такой: ладно, все, на следующую тренировку приходишь, опять там: о, давайте силовую поделаем. Он такой: угу, ладно. На третью приходишь, спрашиваешь, что делать. Он говорит: ну, поделай что-нибудь, вот как-то так. Вот. Но он в основном работает с ветеранами. То есть там у него дядечки за 60, женщины. Ну вот он, Татьяна Тесленко, у нас натренировала на мастера спорта, она тоже где-то в районе 30 начала у него бегать, 35 мастера спорта на марафоне выполнила. То есть она вот целенаправленно к этому готовилась. Ну, тогда еще 2.47 был у мастера спорта у женщин, 2.47 сбегала. Да, сейчас сократить. Ну, она как раз вот... Я много спрашиваю про грамм. Потому что появилась опыт выступления на грамм-канале, я сказала про казахстанский трейл. Хорошо, казахстанский трейл, Тенгри Ультра. Вот если бы была возможность разделиться, если бы это старты были в разный день, то я бы поехала бы в Казахстан просто потому, что уникальное место. Я живу в Челябинске, это граница с Казахстаном, а вот северный Казахстан, конечно, достаточно унылый. Степи, равнины, жарко и как-то вообще непонятно. Вот, а съездила в Алматы, я просто влюбилась в этот город, даже не сколько в город, а сколько в рельеф, в разнообразие и вообще в природу. Там, потому что ты живешь там на 500 метрах, полчаса на автобусе ты уже на 1600, там потрясающий серпантин идет до 2300, и 100 километров от города река Или, и склон, перепад на склоне 200 метров. Но там все есть, там есть скалы, там есть холмы, там, причем там нет деревьев, и бегать можно где угодно. Вот просто встаешь и бежишь, и ты можешь бегать в тягуночек какую-то работу, ты можешь выбрать склон, серьезный такой с уклоном, там делать работу, можешь отрабатывать бег по камням, там потому что есть все. Вот я никогда не видела такое место, это потрясающе. Единственный минус, там нету никакой цивилизованной базы, поэтому мы жили в палатках, купались в реке, ну, река холодная. И забег Тенгри Ультра, Тенгри — это у них обожествленное небо. То есть это даже не бог, как вот в языческой мифологии, а это... То есть у них не было там, например, в их мифологии нету бога, а вот они меня само небо обожествляли. Вот Тенгри — это вот самое обожествленное небо. Но я поняла, почему. Потому что в горах и вот в степи от неба все зависит. Это ветер. Ветер был такой, что у нас палатки сдувало. То есть вот туча, если найдет. Если нет облаков, то может быть солнце жгучее. Причем там еще проходил Великий Шелковый Путь, и мы идем, спускаемся с холма вот туда к реке, и видим построен какие-то... огромный какой-то замок, дворец на другой стороне реки. Мы спрашиваем: а что это? Говорит: ну, здесь ночной дозор снимался. Помните тот момент, когда они там стену пробивают? Мы такие: а, понятно. Ну, не разобрали декорации. Идем дальше. Смотрим на скале какие-то пиктограммы. Такие: что это? Да это вот там какой-то фильм снимали, то ли кочевник, то ли что. Ладно, отлично, дальше. Идем, камень такой срез, и там Будда. Мы такие: а это какой фильм? Так это там какой-то век. Это вот здесь Шелковый путь проходил, они здесь реку переходили. Там потрясающие места. И как раз нам показывали там так, скалы, они сходятся вот, как буковкой В английской. И отличная такая, ну даже не, я не знаю, как это, не бухта, воды, потому что там нету. Закрыта от ветров, и можно перегородить вход и обороняться. Причем с одной стороны пологий подъем, то есть там вот часовых выстраивали, и этот вид на реку, то есть видно сразу, где кто. В общем, потрясающие дистанции. Насколько я знаю, там 15, 30 и 70 километров. Причем проводится в мае, там цветут маки. То есть ты бежишь по реке, потом по каньону, поднимаешься наверх, и вот целое поле просто красных маков. Но маки я видела только на фотографиях, потому что я была в марте. Вот. Но старт проводится в начале мая, на майские праздники, 7 мая. Я 7 мая бежала на Канарских островах гонку Трансвулкания. Ну, это тоже потрясающая гонка. 74 километра с набором 4500. Причем большая часть гонки проходит на высоте выше 2000 метров. Старт от океана с юга острова.
Там, кстати, на одной из фотографий есть маяк, и вот черная фотография и такая змейка людей. Это старт. Лимита участников там особо нет, хотя нет, там вроде 2000 участников лимит. Все стартуют вместе, но вот просто такая толпа вот по этой змейке, причем вначале по вулканическому пеплу узкая тропинка, вся камушками выложена, можно бежать по ней, можно бежать рядом, там неважно, просто это вулканический песок, в зубах скрипит, все толкаются локтями. Вот, постепенно набирается высота, и к 16 километру набираем до 2000. Из 16 километра до 50 там какого-то набор идет по перепаду до 2500, а на самом деле это вверх-вниз, 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 вверх-вниз. И начинает меняться. То есть там начинается лес. Причем деревья, которые сами себя поливают, они, то, что это вулканический остров, причем рядом с экватором, видимо, жарко. У них очень длинные иголки, они собирают конденсат, и получается, вот под деревом прибегаешь, небо чистое, какой-то туман, и он, с него капает. То есть они как-то сами себя поливают. Вот. И все, и вот такая вот трасса, бежишь, бежишь поэтому по вулкану. И в концовке где-то к 56-му километру выбегаешь на кратер. И пробегаем вот так вот прям по краю кратера. Это потрясающе. Рассвет на гребне вулкана. То есть я никогда такое не видела и очень была впечатлена, потому что бежишь, ты понимаешь, что ты на острове. Вот океан, там Тейде виднеется. Это вулкан, который на самом острове Тенерифе находится. И солнце встает, и просто потрясающе. Там, когда меня спрашивают о том, как я бежала эту гонку, именно физически, мне это сложно вспомнить, просто потому что я настолько погрузилась в природу, в созерцание, что я не помню, какие у меня были ощущения именно вот физически. И очень впечатлило именно выход на кратер. Потому что мы бежали практически по внутренней части, по кратеру, и вот видно обсерваторию, у них там такая белая обсерватория большая, и вот там где-то вот эта палаточка, пункты питания, ну, там огромные пункты питания, вот туда вот прибегали. И потом на последние 13 километров 2500 сброс высоты. 2500, это очень сложно представить, потому что вот мы находимся на самой высокой точке острова, и нужно спуститься к океану. Там тоже, кстати, вот была фотография, где бежит мужчина, по каменной дорожке, и внизу видно там такой этот порт и океан. Есть вопрос, Наталья, как вы к таким высотам акклиматизируетесь? Да, 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 обязательно. Ну, методом, как он, ступенчатый или зубчатый, пилой. Вот на Трансвулкане у нас особо не получилось акклиматизироваться, потому что не было машины, но максимально все равно сходили, куда можно было. А вот из гонок... Ну, вот я ездила неделю назад во Францию на 2800 там бежала. Самая высокая точка была у меня на гонке 2500, но я ходила на 2800. То есть, получается, первый день живем на 1800. То есть первый день это просто на 1800, потому что с равнины уже изначально стресс для организма. И правило, ну вот как мне, когда я на альпинистских сборах была, мне сказали золотое правило, набирать день не более 1000. Потому что для организма это максимально без последствий проходит. Ну, то есть, получается, первый день 1800 погуляла, на следующий день поднялась до 2800, спустилась. Но так как там выше не было, куда подниматься, поэтому просто вот несколько дней на 2800, потом обязательно день отдыха, и все, и гонка. Вот. Но вообще высота дается сложно, и причем никогда нельзя предугадать, пойдет она либо не пойдет. Был случай в сахарный марафон Сочи 2014 год. Я в этом году, ну, в тот год ездила на Эльбрус, там, Камчатка, Алтай. Вот все как-то это все было. И я думала, да, тут сахарный, ну, 3200, ну, ладно. А возможность была либо ехать вот на один день, либо вообще не ехать. А мне очень хотелось. И я подумала, прокатит. И, получается, я взяла билеты, в 6 часов прилетела, на следующий день в 9 утра старт. С 1600 сначала немножко вниз, потом начинался вверх, траверс, и потом постепенно на 3200 и обратно. Старт 1600, отлично, вниз бежится отлично, там буквально 100 метров сброс, начинается подъем на гребень, а там контрольное время час на 5 километров. Мы такие, когда мы, там еще Катя Андреева была, когда мы смотрели на контрольное время, да, ерунда. 5 километров целый час бежим на гребень, понимая, что у меня уже все ноги просто не идут. Тут меня начинают обгонять девочки, которые, ну, никогда не обгоняли. Обгоняют. Тут Лера Меркурьева. Лера, она хорошая скалолазка, но бегает не очень. То есть она на Эремеле мне час проигрывала. Вот, и она такая, о, Наташа, ты-то что здесь делаешь?
идем, я не могу дышать, мне тяжело, у меня ноги свинцовые. Выходим на траверс, и она, говорит, жаль, тропа узкая, так бы можно было поболтать. А я понимаю, что я даже вообще слова ей ответить не могу, не то что поболтать. Я понимаю, что она с Киргизии приехала, а я тут вот только, вот, проходим траверс, я смотрю, 2,8 километра, и у меня там 45 минут. То есть, как бы, я пришла в контрольный пункт, 5 километров, вообще вот впритык к контрольному времени. Вот, хотя это высота была 2000. Накрыло серьезно, и причем на вершину, когда уже иду, мне кажется, что я просто несусь на эту вершину. И тут Катя Андреева уже вниз спускается. Такая садится на камушек. Причем девочка собирается в сборную России, там, вообще выиграла Трансурал. Такая садится на камушек, смотрит, как я наверх ползу, и говорит, давай, Наташа, немножко осталось. Вот, я кое-как заползаю. Ну, на видео потом видно, то есть это вообще это просто очень медленные, такие плавные движения. Хотя мне казалось, что я там стараюсь всех сил. Но это вот горная болезнь. Причем я когда бежала, мне казалось, что меня вот здесь вот как будто кто-то держит. Просто очень сильно. И я даже вот рукой пыталась потрогать, потому что мне казалось, вдруг меня кто-то догнал и сзади за голову взял. То есть вот как-то так. Ну, и вот я поняла, что нужно обязательно акклиматизироваться, даже вот на таких высотах не пренебрегать этим. А, вообще в идеале, ну, больше 12 дней. Это идеальный вариант, потому что если смотреть все исследования, графики, то получается, что когда человек приезжает, ему надо стартовать либо там, например, до третьего дня, то есть приехал и сразу бежать. Но вот в моем случае это не прокатило. То есть как-то все равно надо. Потом к пятому дню уровень физический достигает того же, выравнивается с тем, который был при выезде, то есть он, получается, вначале падает, потом к пятому дню поднимается, потом начинается постепенно-постепенно развиваться, там на девятый день снова спад, ну, или восьмой, или девятый, я точно не помню, вот, и потом опять, то есть он, получается, как бы немножко волной идет, но все выше, и после 12 дня уже можно рассчитывать на повышение результативности, причем это касается не только высоты, это касается еще смены климата. То есть, если, например, ехать, бежать гонку куда-то в тропические страны, то вот тоже желательно там закладывать. Но так как не всегда есть возможность куда-то уехать там за 5-10, то приходит максимальное время, которое позволяет поездка. То есть, вот я сейчас еду на гонку, там самая высокая точка будет 2700, можно было бы тоже акклиматизироваться, но я еду за 4 дня. То есть, просто по-другому никак, никто не отпускает. Ни муж, ни финансы. Вот как-то так. А сколько 6. Два раза в день. Но это постепенно пришло. То есть, получается, я вот в 12-м, вот в 13-м году начала бегать. Это было 5 дней в неделю. И тренировки там 10 километров, 8. Причем у меня тренер считает, что лучше короче, но быстрее. Потом, когда я дочку отдала в садик, я смогла выйти на 6 дней в неделю. То есть 6 дней в неделю. Потом в прошлом году, когда я сказала, я хочу бегать ультры, у меня тренер схватился за сердце. И сказала, Даша, ну надо 2 тренировки в день делать. То есть я начала вначале с 5-километровой пробежки второй. То есть, например, днем 10, там вечером 5. Потом постепенно это все увеличилось, ну, до 8 километров. То есть сейчас у меня зимой были тренировки, бывало там, например, первая 20 и вторая 8. То есть в день все равно больше 25-30 не набираю, потому что надо как-то дозировать нагрузку, чтобы ну, не убиться заранее. Наталья, расскажите, как вы после таких установок? Ну, можно сказать, что я особо не напрягаюсь, но восстановление, да. Поспать, поесть, выпить, там, фарм, еще что-то. Да. Так, ну, я считаю, что лучшее средство – это профилактика. То есть, например, если касаемо коленей, то я регулярно в год, получается, 2 курса пропиваю глюкозамин с хондроитином. Ну, вот мне нравятся 2 комплекса, если… не бюджетные, это получается Animal Flex и Joint Pack Maxler. То есть они по составу примерно одинаковые, там куча этих таблеток, но там можно витамины дополнительно не пить. Вот. Их я обычно припиваю перед основным загрузочным временем зимой, то есть это получается январь, потому что январь, февраль, это вот объемы начинаются. И осенью, уже потому что концовка сезона, уже все это накопилось, все там истощилось. Вот. Получается конец, ну вот зима и осень. Калий, магний, аспаркам. Это постоянно.
Просто постоянно. Просто потому, что когда я начала только тренироваться, у меня было утолщение стенок сосудов, стенок сердца, и мне врач прописал, сказал постоянно, ну вот я год пропила, все нормально, все, сердце начало развиваться так, как нужно. ЭКГ делаю регулярно, регулярно кровь сдаю. Причем я в инвитро прихожу, мне уже говорят, вам как обычно, я говорю, да, мне как обычно. Вот, то есть постоянно слежу за показателями. Причем не только показатели гемоглобина, там нужно смотреть еще на размеры эритроцитов, количество эритроцитов в крови. Вот, а если после гонок, ну, после коротких это питание правильное, то есть более сбалансированное. Ну, я чаще слушаю организм, потому что что хочет организм, то и ем. А вот после длинных забегов, конечно, сложно, потому что вроде как бы и нужно поесть, и ничего не хочется, но также слушаю организм, просто потому что, ну, вот после Франции приехала, и мне 2 дня хотелось творог. Я постоянно ела творог, мне вообще больше ничего не хотелось, кроме, я как представляла, иду домой, вот творог со сметаной, ни сахара, ни соли, ничего, просто творог и сметана. Вот, но у меня тренер так приучил, получается, я с ним достаточно давно же знакома, вот, и он говорит, слушайте организм, вот хочется шоколада, берите, есть шоколад. Вот, поэтому. Ну и эти recovery drink, как без этого? Напитки, ну, вот из тех, которые мне нравятся, это спонсор, который с буквой Е, которая спонсорская. Красный вот. Синий. Ну, в смысле, а там, я не знаю, есть красный, ну, да, есть еще? Изотоник, вот который с BCA. А recovery, там, я не помню, синий упаковка. А, это синий. Я не помню, я честно. Помню. Я просто знаю там, что у них... Вроде. Не помню. Вот. Какие? Ну, вообще-то нет. Как бы об этом спрашивают, да, но вот я силовую не делаю. У меня иногда бывает такое, что все меня спрашивают, почему не делаешь силовые, почему не делаешь силовые. Ну, есть такое, как бы когда мне не хватало силы икр, я делала релеве. То есть вот просто у кого икры слабые, всем рекомендую. Потому что отличное упражнение, причем делаешь до... там. Аж жжет, причем вот серию делаешь. Но, например, я считаю, что у меня икры достаточно сильные, бедра. Ну, бывает иногда дочку посажу на плечи, делаю приседания, но не до полного сгибания. То есть получается всегда такой угол на коленках. Вот. Но так, чтобы ходить в зал и делать целенаправленную силовую, нет. Потому что, как бы, как говорит мой тренер, нам нужны мышцы оленя, а не быка. То есть у вас 12 беговых. Да. Я очень люблю бегать. Вот мне говорят, меняй вид деятельности. Как тебе не надоедает бегать? Почему ты не катаешься на лыжах? Почему ты не ездишь на велосипеде, на коньках? Ну, может, мне еще не надоело. Я очень люблю бегать. Вот. А сколько работ? Скоростных? Две. Две. Ну, бывает, иногда добавляются дополнительные, но они бывают очень редко. То есть, например... Если какая-то работа запланирована скоростная, серьезная, то могу перед ней сделать в кроссе буквально там 6-8 включений коротких по 60 метров. То есть это просто вот такая вот разминка идет, чтобы ножки подготовить, и на следующий день идет скоростная работа. Вообще в основном две делаю. А длительные? Длительные, ну, наверное, раз в 2 недели, может, раз в месяц. У меня тренировочный процесс построен в базовый период, 3 недели загрузки, неделя отдыха. Вот, и получается, что вот на каждую третью неделю, последние третьей недели, как тренер говорит, ну давай полирнем тридцаточкой, вот примерно так. То есть получается, подготовительная идет загрузка, и третья, причем на фоне усталости могу выполнять работу какую-нибудь. То есть, например, 2 недели загрузка, третья тоже загрузочная, причем идут объемы, и там, например, пятнашка темповая. То есть бежишь, умираешь, думаешь, завтра тебе еще вот, полирнуть тридцаточкой. Вот, и все, и потом зато неделя разгрузки. То есть там, например, короткие интервалы, либо меньшая скорость. Вот, ну, в основном 2 тренировки скоростных в неделю. Вот как-то так. Ну, вообще... А сколько максимум набегали за месяц? За месяц максимум, ну, в районе 600 километров. А недельный полнометраж? Я в неделю не считаю, потому что... Ну, как-то я к цифрам особо не привязываюсь. Меня больше интересует скорость и результативность. То есть получается, что... Ну, я вообще считаю, что даже к ультрам можно готовиться, не набегая там, больше 600 километров в месяц. Потому что, когда бежишь ультру, организму необходимо просто уметь длительное время работать. Но такие тренировки, такие работы, они очень сильно истощают.
и восстанавливаться. Иногда бывает такое, что вот после тренировки длительной намного сложнее восстановиться. А на соревнованиях можно, там кто-то уже прибежал и все, выложился. И поэтому именно разбиваю тренировки, причем иногда бывает такое, что заканчивается основная тренировка, и вторую я делаю. Ну, например, первая тренировка в 9:30, вторая тренировка в районе там 2-3 часов, чтобы промежуток был небольшой, что получается организм как бы еще не восстановился, и уже делаешь следующую тренировку, то в общей сложности километраж будет небольшой, там, например, 20-ка, но само ощущение организма будет, что ты проработал там, получается, с 9 до 2 часов, то есть вот, по времени как-то. И вот как раз придерживаюсь тоже той мысли, что лучше покороче и побыстрее, потому что смысл бегать, например, там, на тренировках десятку за 1:10, вот как-то так. Ну, как-то вот лучше пробежать там 5-ку, стараться пробегать побыстрее, там, хотя бы за 26 минут, за 27. Вот, и постепенно увеличивать километраж. Но это нужно индивидуально смотреть. Просто я уже, получается, что как-то... А вы все кроссы по мягкому грунту делаете? По-разному. А иногда бывает, я бегу по лесу, мне надоедает, я выхожу на асфальт. Я люблю асфальт. У нас в городе есть дорога, называется Обкомовка. Просто потому, что там раньше были обкомовские дачи. Но неважно. Это участок дороги примерно 7,5 километров вот туда-обратно. Там сколько, 3 с копейками в одну сторону. И пока у нас роллерную трассу не построили, у нас там все были и лыжники, и конькобежцы, и легкоатлеты. Причем там очень удобно, размечено вплоть до 100 метров. То есть мы всю работу, если стадион закрыт, то мы делаем там, то есть выходим на асфальт. Ну, у меня техника бега такая. У меня получается, что я косолапая немножко и не могу просто на пятку наступать. То есть у меня получается на внешнюю часть стопы, и мне без разницы по асфальту, по лесу, как-то вот, как-то так. Вот. Ну, тут же целая наука. То есть, получается, каждый отрезок, каждая интервальная, она на что-то рассчитана. То есть, например, можно выполнять отрезки по 200 метров, по 100, там, по 600. Ну, то есть, если касаемо меня, то подготовлюсь к ультрам, то я делаю все отрезки, начиная от 100 метров. И самое большое, наверное, было 15-ка, но она была такая, получается, 3 километра по 4,25, 2 километра, 3 километра по 4,25, 2 километра по 5 минут. Ну, то есть вот такие вот, потом дальше 2 километра по 4,25, 2 километра по 5 минут. Вот такие вот, получается, ну, даже это, да, это темповая работа. Если говорить по интервалам, то, я не знаю, ну, все разные делают. То есть это бывает и по 100, и причем отдых разный. То есть в зависимости от того, что нужно в данный момент натренировать. То есть, если, например, нужно там, сдвинуть по ноту, это бежишь там, от 400 до 600, наверное, отрезки и отдых. То есть, например, если ты вначале бежишь с определенным темпом, то на следующей неделе или там, через неделю делаешь те же самые отрезки, но отдых покороче. Вот. Но бывает такое, что там, 25 по 200 делаешь, а ты уже бегать не можешь. Если 25 по 200, ты знаешь, для чего эта работа нужна, и ты... бегаешь. И причем еще в самом начале я очень много бегала многоскоков. То есть я своим ребятам говорю о том, что многоскоки вот просто до тошноты бывает делаешь. Потому что они и в технике помогают, они стопу развивают и помогают бедро выносить. И вот там по 60 метров эти многоскоки делаешь, но ты делаешь там их тоже там раз 25, причем через отдых пешком, и ты уже... Нет, в Челябинске горки, у нас Челябинск, Челяба — это яма. Это... Все у нас там... 15 метров, я говорю. В общем, у нас нету горок, просто негде бегать. Я бегаю десятку, двадцатку. У меня набор на этот круг 30 метров. Я не знаю, в Суздале, мне кажется, больше. Вы как на пульс ориентируетесь во время соревнований? То есть есть какой-то предел, выше которого вы там еще позволяете подниматься? На что ориентируетесь? Да. Когда у меня пульсометр был еще цел, тогда... Ну, у меня ремешок порвался, и да, то есть все равно же я знаю свое пороговое значение, и в зависимости от дистанции я бегу. То есть, например, я десятку по стадиону бегу на пульсе 165. То есть я знаю, что я могу быстрее, но вот это пульс вот рабочий такой. Если я бегу соревнования горные и длительную, то стараюсь не превышать 160. Вот. Ну, то есть это тоже очень индивидуально, потому что есть ребята, у которых там 175 нормальный рабочий, они 15-ку на 170 прибегают. И... Ну, что? Вот. Ну, сейчас да, потому что временно.
У нас, оказывается, в городе нет ремешков. Я пришла в магазин. Вот. А вообще на соревнованиях спортсмены, потому что есть многие профессиональные спортсмены, например, городами, ну, в основном, это Норд, какие-то слыжники, планисты, они на соревнованиях не делают профессиональные. И часы Да. Ну, тут очень сложно, потому что изначально вообще, когда я начала бегать, то у меня не было ни экипировки, ни оборудования никакого. У меня были часы Casio, которые я купила еще в 2001 году. Уговорила родителей, они на день рождения подарили, я даже помню, 900 рублей стоили, с отсечками, там 50 отсечек было. И вот я с этими часами бегала, и все вокруг, когда говорили про пульсометр, я думала, ну зачем? Леонид Николаевич, у него очень интересный подход к этому делу. Он учил чувствовать, слушать организм. То есть, когда бежишь, и, например, нужно бежать тренировку в спокойном темпе, он обязательно давал мне кого-нибудь в компанию и говорит: девочки, ну бегите, там, держать за ручки, обсудите что-нибудь, посплетничайте. Но это означало, что нужно бежать на том темпе, когда ты можешь спокойно разговаривать. Это, естественно, такой пульс, когда ты можешь говорить, это ты не загоняешься. Вот. А если нужно что-то побыстрее или поближе, там, то он уже говорил так молча, побежали. Вот, то есть как-то. Вот. Ну, вообще нужно, потому что за последний год я начала тренироваться целенаправленно, и у меня скорость повысилась, и я начала очень быстро начинать. И потом, например, когда анализирую уже даже по скорости, то есть у меня пульсометра нету сейчас, я потом уже, когда трек просматриваю, я вижу, что я начинаю быстро. А пульсометр очень сильно помогал в этом плане. Потому что... А вот эти спортсмены, которых вы назвали, они, мне кажется, себя уже настолько знают. Я-то еще себя только изучаю. А у вас были травмы какие-то? Усталость? А, ну была я... В общем, я о край ванны дома ударилась. Ну... Нет, кстати, это была очень серьезная травма. Просто потому что... Так вот, слушайте, я, получается, ударилась. Было очень больно. Я не обратила внимания. Побежала тренировку, все нормально. Побежала следующую тренировку. Как раз вот нужно было в манеж бежать. Я добегаю, и мне кажется, что мне что-то попало вот в ногу, в кроссовок. И причем мне показалось, что у меня уголек туда попал. Просто жжет. Я остановилась, у меня там ничего нет. Думаю, странно. Делаю шаг и понимаю, что я просто не могу идти. Я дошла до манежа, взяла у тренера телефон, позвонила домой, муж за мной приехал. Я сходила в травматологу, оказалось, что у меня из-за удара воспаление надкостницы, пяточной кости произошло. Вот, и месяц без тренировок. А это как раз я только начинала, поэтому особо я сильно не страдала. Вот, но я ходить не могла. То есть у меня получалось, что пришлось купить огромные ботинки, чтобы ничего не давило. Вот, и кроссовки после этого я по привычке выбираю, чтобы вот, мягкая пятка была. Вот я тогда в асиксах еще бегала, но это просто жутко было. Я их надевала, мне сразу болеть начинало. И у меня, кстати, после этого случая до сих пор немножко в технике есть такое, что я на левую ногу немножко прихрамываю. То есть это так кажется. Бегу на пункте питания, там говорят, 41 номер, 55-й, хромает. Как хромает? Вроде не хромаю. Скоро А в чем разница? Ну, разница достаточно большая, потому что где заканчивается горный бег, начинается скайранинг. Где заканчивается? Горный бег — это дисциплина официально относится к легкой атлетике. Это одна из дисциплин легкой атлетики, причем уже очень давно функционирует, признана, и там очень четкие ограничения по набору высоты и по требованиям к дистанции. То есть трассы должны быть удалены от дорог, по хорошей грунтовой дороге допускается асфальт. Причем процент не написано, какой асфальт, просто допускается асфальт. Основные дистанции, там, например, 8, 12, 30 километров, и не допускаются опасные для прохождения участки. Каменистая осыпь, корни. В общем, просто в правилах так написано, не допускаются опасные участки. И есть еще длинный горный бег. Это дистанции от 30 до 42 километров. Все, не больше. То есть вот все, что выше 42, уже не горный бег, уже что-то другое. Вот, по набору высоты не менее 50, кажется, метров на километр и не более 200 метров на километр. То есть на 5 километров максимальный набор 1000 метров. Но при этом это имеется в виду не перепад, а именно набор. То есть если, например, будет тот самый 5 раз горочку 200 метров, то это будет горный бег. Но это не будет скайранингом. Скайранинг предполагает дороги,
не более какого-то процента асфальта, 12 или там, 20%, ну что-то какие-то там проценты асфальта, и при этом разрешено использование дополнительного снаряжения, это получается кошки, палки, и как раз вот эти каменистые участки, скалы, ну то есть вот... Это уже скоранинг, да. И вот я про перепад говорила, что есть определенные требования именно к перепаду. То есть должно расстояние между низшей точкой и высшей должно быть не менее 1000 метров. А там, например, для дистанции высотная гонка не менее 1200. Ну, это уже по набору, но перепад тоже должен быть большой. Не менее. Да. А для марафона набор высоты должен быть не менее 2000 метров, но при этом перепад тоже должен быть большой. То есть, получается, я вот все привожу пример с этой с горочкой 200 метров, что, например, 10 раз в горку 200 метров, это не будет скайранингом. А вот один раз там, а два раза на 1000, это уже будет скайранинг. На другом анонсе была фотка, где ты бежишь по камням, ну, то есть по камню, это конжак, наверное? Ну, может быть. Ну, вот именно в скайранинге разрешено отсутствие дорог. То есть, например, бывает просто направление. Та же зигама. Мы бежим по дорожке, по тропе, по гребню, тут заканчивается земля, начинаются скалы, и дорожка уходит серпантином вниз, а маркировка идет дальше. То есть мы просто выходим на траверс и по скалам бежим. Ну, я сейчас расскажу. Вот это гон, это Пиренеи. Это вот я это поеду туда. Поедем, да? Да, это куда я поеду. Завтра? Завтра, да. 4 утра. Ну вот, например, сейчас трассы. То есть в горном беге такое недопустимо. То есть получается просто идет траверс горы и разметка. Причем можно бежать справа или слева, разметка, где хотите. А надо пробежать мимо этого флажка? Ну, желательно, да. Потому что если есть контролеры, то они за это смотрят. Так, ну это ультра Пиренеи. Это самая моя первая ультра, 110 километров, которую я бежала не подготовившись, но просто мне нужно было для того, чтобы отобраться на ультра на чемпионат мира. То есть я очень хотела, и что у меня получилось... Это Алтай. Вот мы бегали здесь в июне. Чемпионат России тут был. Да, Алтай. Ну, тоже вот дорог нет. Ну, это Казахстан, это не считается. А Доломиты. Вот, кстати, гонка 22 километра, набор высоты 1700. На 10 километров идет набор 1700 просто вверх. Вот с 1500 до 3200. Вот на вот эту вершину. Вот сюда вот. Жаль. Там, видимо, тропинки нет, то есть там по камням, да? Ну, вот, да, получается, это вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот здесь вот... Ну, кто бежит, кто идет, а вот здесь вот лезть надо. Ну, то есть там уже по скалам, то есть там вот здесь вот участок надо лезть. Это тоже называется бег? Ну, это скайранинг. То есть скайранинг — это не беговая дисциплина, это скоростные восхождения, скоростные забеги на горах. То есть это имеется в виду скоростные забеги. То есть нету бега в классическом понимании. То есть нужно вот это понимать, потому что есть люди, которые приезжают на соревнования по скайранингу и потом говорят, а почему вы не сказали, что тут, где тут бег? Ну потому что прежде чем заявляться на старт, нужно узнать, что это вообще такое. Потому... Да, я проходила альпинистские сборы. Я когда первый раз узнала, что такое скайранинг, я позвонила нашему Виктору Ивановичу, ну там у нас был такой человек, и он пригласил меня на сборы, я поехала на сборы с кроссовками, с ветровочкой, приезжаю, а он такой, ну, Наташа, скайранинг — это альпинизм, все, меня экипировали, я впервые узнала волшебное слово «выдай», когда впереди шел человек, я там за ним кое-как по этим по скалам, мы траверс скал проходили, я за ним кое-как ползу, тут надо перепрыгнуть, я прыгаю, а сзади тоже человек, и я повисаю на веревке между этих скал, просто потому что я не знала, что надо сказать «выдай», чтобы... Ну, не веревку. Вот это трансвулкания, это старт. Вот здесь вот не видно, но тут океан. Вот здесь вот. Вот этот старт, пробегаем маяк, и вот здесь вот пошла уже вверх. То есть если бы днем это было, то видно было бы вот здесь склон. А это где? Это Канарские острова. В мае проходит гонка. Это Алтай. Так, ну вот здесь... Так. Вот кажется, вот здесь вот чемпионат России проходил. То есть вот прямо туда нужно было ехать. Да. Это ультра Пиренеи. Вот тоже наглядно, что тропинок нету. То есть вот по камушкам скачешь. Слушай, а вот это... у нас с палками, то есть соперница, ты без, да? Да. А ну это кто как умеет. То есть кому-то помогают, кому-то нет. У меня руки очень слабые, я поэтому без палок бегаю. Все гонки, да. Это ультра Пиренеи тоже. Очень красивая фотография, мне нравится. Поймали они. Это трансвулкания, причем последние, наверное,
километр 4-3 до финиша, часть, то есть мы к океану уже сбегали, бежали по этому каньону, и где-то вот здесь вот стоял мужчина, играл на флейте. Потрясающе было. А вот. То есть вы ночью бежали, это уже утро? Ну нет, старт был там в 4, ой, в 6 утра старт, но это день уже получается. 74 километра, там лидеры за 8 часов прибегают, то есть это как раз вот день. Очень красиво. За 8, да. Ну, набор 4500, и получается, что часть дистанции идет на высоте выше 2000, то есть там уже сложно бежать. А, это вот куда я поеду. Да, это Пиренеи, Баф Эпик Трейл, 105 километров с набором высоты 8000. Ну, для меня это что-то еще невообразимое, потому что я максимум бегала 6800 набор. Это набор. Да, суммарный набор. А перепад — это разница между нишей, да. Перепад высоты максимальный там, сейчас скажу, в районе 2000 метров. То есть там, получается, мы с 700 где-то стартуем, и самая высокая точка — 2700. То есть надо вот... 8500 почти Эверест. 8000. А есть Эверест 8848? Нет, мы, кстати, было бы интересно, наверное, такое. В Калифорнии просто есть велогонка, которая называется Эверест Челлендж, который набор 8848 метров. Да. Нет, в беге такое я не слышала, может, есть, но пока нет. А так-то интересно. Нет. Ну, мне, я выиграла на соревнованиях тейп, в итоге у меня дочка посмотрела в инструкции, как это делать, и она сама себе этот скелетик строила, там лошадок обклеивала, в итоге у меня тейп закончился. Жестким тейпом? Нет. На Европе, ну, я видела, да, что тейпируют, но просто я с анатомией не очень знакома, и пока не могу понять, вот как, для чего это нужно. В общем, помогает. Ну, я не знаю, я ж не пробовала. Я не пробовала, не знаю. Но вообще, когда, например, еще не было вот именно этих лент, там, далекие 2000-е годы, когда я еще ориентированием занималась, у нас ребята, если кто, у кого проблемы с голеностопом были, то они прям этим широким лейкопластером заклеивали. Да, помогает. Ну, да. Ну, если в плане голеностопа говорить, то я уже говорила, что я косолапая, и в детстве я очень любила вот так вот ходить. И поэтому у меня как-то особо нет проблем с тем, чтобы, ну, подвернула, побежала и дальше. Раньше, да, сейчас нет. Я после того, как родила, я на поперечной, на продольной садилась спокойно, шпагат. А сейчас как-то не очень. Ну, вот делаю, да, голеностоп-то, конечно, получается, чтобы лучше его подготовить, чем как-то. То есть перед гонкой я обязательно разминаю голеностоп, но это не растяжка, я думаю. Нет? Просто как-то. Это Алтай. Вот, кстати, трасса проходит вот так вот и вот туда пошел. Да. О, это Эльбрус. А, ну это там обязательно, потому что. Что? Какая это высота уже? На Алтае? Нет, ну вот на этой фотке. На вот этой? Да нет, конечно, это вертикальный километр. Ну, нет, нет, это получается, вот здесь вот будет кругозор, а вон туда он мир пошел. А время года это какое? Май. Ну, это... Это же этот Red Fox Эльбрус Рейс майский. Там летом нет так много снега. Да, там вертикальный чемпионат России. Ну, вертикальный километр не моя дисциплина, я максимум занимала... Ну вот на Эльбрусе у меня 1:01 время, но там, там высота и тяжело дается. А самое лучшее время на вертикальном километре я вот неделю назад во Франции показала 55 минут. Ну там что-то как-то. Вот. А какая дистанция? Ну вот на Эльбрусе 4,5, кажется, длина, перепад вот 1000. А во Франции там 2,8 было, но тоже 1000. 2,8? Да, то есть там вот ползешь. Вот. А, ну это Трансвулкания, это финиш. В Испании, по сравнению с другими странами, очень развита культура болельщиков. Они, вот я ультраперенея финишировала в 2 часа ночи или там в 3 часа ночи. Бежала по городу, ну финиш в городе. При этом люди на балконах стояли. Дети, ну дети, дети. Ну спать уже пора, они все равно ладошки тянут, по ладошкам хлопаешь, бежишь. И на финише очень много поддерживают и как-то... По сравнению с той же Францией, там 8 часов еще народ финиширует, но уже никого не болельщиков, и как-то вот
В Испании очень. Это получается финиш, но, судя по участнику, это время в районе 13 часов, а лидер 8 часов бежит. Вот, но все равно очень много. Они на целый праздник в городе, причем пока бежишь по городу, они тебе предложат и выпить, и арбузы, вот, и потанцевать. А, ну вот тоже трасса, я правда не совсем уверена, как она пойдет, но это вот из анонса Buff Epic Trail, который будет. Где-то вот здесь побежим. Пиренеи. Да, Пиренеи. Это Пиренеи. А, тоже вот видно. Очень большая каменная россыпь, на каменную реку похоже. Вот. Где-то, наверное, там есть маркировка. Вы по ним бежите? Или... Да. Ну, это развивается координация. То есть, получается... Ну, одно время очень нравилось по стропе ходить. То есть обычно в равновесии. Ну и так как у меня ребенок, то есть мы по бордюрчикам ходим, по всяким камушкам скачем. То есть на координацию я уделяю время. Это, мне кажется, очень важно, потому что когда курумник... Ну еще наука определенная есть. Например, никогда не наступать на грань. На ребро надо наступать на камень. Если камень не живой, то есть если такие камни, то стараться, потому что по грани нога может поехать, а на ребро она все-таки встанет. Вот. У нас на Урале очень много вот таких вот каменных рек, и поэтому есть где тренироваться. Трансвулкания. Ну, тут хорошо видно вулканический грунт, облака. Красиво. Это лидер, кстати. Луис Фернандо Берта. Вот тоже. Тропка. Ну, ее видно, то, что вот здесь вот тут камушками выложено. Там я не помню. Вот она, кажется, вот здесь пошла. Так, это уже было. Дальше. А, ну вот, кстати, вот предыдущая, если, которая, да, анонс, которая. Это у нас Иремель. Проводится в октябре. Раньше проводилось 4 октября. Вот в этом месте было уже в районе минус 17 градусов. Очень холодно, все в снегу. Перенесли на неделю раньше. И вот, пожалуйста. Вот трансвулкания, вот как раз вот этот сброс идет, вот промежуточный финиш, и вот сюда вот в каньон, там, который каньон был. Вообще потрясающий остров. А он без рюкзака, без ничего, то есть он на полке? Нет, у него поясная сумка. Там очень строго, там, получается, можно сбросить экипировку, насколько я знаю, вот здесь на промежуточном пункте за 4 километра до финиша, а все остальное проверяют, причем серьезно проверяют, и лидеров проверяют. Все, что надо проверять, помещается в поясную сумку. Да, там из именно на трансвулкане, там главное питье, сотовый телефон, ну, очки даже, кажется, не обязательно. Главное питье не менее литра, и термоодеяло. А питье – это бутылочки? Или... Да, ну вот у него, получается, есть бутылочка. Соломоновская. Термоодеяло обязательно, потому что там перегрев может быть. Это у него с собой в поясной сумке сейчас? Так она же маленькая, она весит грамм 30. Фольга. Это Зигама. О, про Зигаму можно отдельно рассказывать. Это тоже старт в Испании. Лимит 500 человек. Потрясающий конкурс, лотерея. Туда просто так не попасть, но... Профессионалы тоже? Нет. Для элиты определенная калитка есть. Вот, и там, получается, три основных горы. Это все Пиренеи. Три основных вершины. И, получается, вот на них надо забежать. Набор на 42 километра 2800. И когда бежишь наверх, а там, получается, на каждую вершину там дороги есть, и зрители собирают, они хоп, на первую вершину все выстроились в ряд, и там бежишь даже не по разметке, просто по живому коридору. И настолько вот эта поддержка, она помогает. Я когда первый раз это увидела, слушала, мне казалось, что меня просто занесли наверх. Они все поддерживают, и у них перед стартом вот газетка, там все стартовые номера, фамилии, ну, фамилия, имя и страна. То есть я бегу, ну, иду в эту горку, и мне тут браво, Наталья, там, браво, Неско. То есть как-то там кто-то увидел, что я из России, и по-русски пытались что-то сказать. Спасибо! Я говорю, да пожалуйста. Вот, в общем, поддержка потрясающая. Там пробежали в основные, хоп, собрали их, увезли на следующую гору. Ну, помогает, серьезно. А, ну это снова Алтай. Ну это вот так бывает после гонок. Это Зигама. Дальше. Я все хочу показать отсутствие тропы-то. На... Если там всякие трава, колючки и так далее, вы одеваете гетры, летаете, что ноги... Ну вообще у меня из ориентирования еще пришло это, что у нас в ориентировании всегда были гетры. Дополнительно мы их надевали с защитой, с щитками с небольшими.
как у футболистов, только облегченная. Вот. В этом плане в гетрах удобнее бежать, но иногда бывает очень жарко, и, например, бежишь просто в шортах. Ну, как бы, ну, грязь, ветки, ну, и ладно, ну, поцарапались, не страшно. Вот. Типичная трава для... Ой, трасса для зигамы. То есть вот как бы тут можно намек тропы увидеть. А вот, кстати, следующая фотография будет... Нет, не след... это финиш зигамы. Это Трансвулкания. Вот, когда получается, вот разметка пошла, и нужно переходить вот на вот этот траверс. То есть, это скайранинг. А траверсом что называют? Траверс — это передвижение на одной горизонтали вдоль склона. То есть получается не вверх, не вниз, а вот по склону. То есть без набора и без пада. Это траверс. То есть вот все. Причем тропа, которая была нормальная, она вот, вот, цивильная тропа, вот сюда вниз уходила. А вот бегите. И вы бежите? Ну, я — да. А люди? Ну, по-разному. То есть, получается, у спортсменов вообще есть такое разделение, кто-то лучше в горку бежит, кто-то с горки. Я знаю, что моя сильная сторона — это спуски, причем вот такие вот сложные технические спуски. Тоже я считаю, что большая заслуга ориентирования, что постоянно голова включена, ну, не выключаешь ее. Как у меня тренер говорит, бежишь марафон гладкий, ну, Масеев Леонид Николаевич, говорит, хоп, поспал, проснулся там, на финише ускорился. Здесь так не получается, тут нужно постоянно думать. Да, что? Какие вы хитрости, может быть, какие-то? Это полный контроль, полный контроль. То есть, когда бежишь вниз, ты всегда видишь, думаешь не просто за шаг, а дальше. То есть, ну, я больше трех шагов не продумываю. То есть, конкретно, да? Да. Причем, бывает, если споткнусь, это значит, все, я задумалась о чем-то. Но бывает такое, что бежишь и начинаешь о чем-то другом думать. Хоп, все, полный контроль. Причем, если, например, плохая видимость или еще что-то, то я прям себе бегу и говорю... от фишки до фишки, от фишки до фишки. То есть все, ты видишь маркировку, сразу ищешь следующую. Причем получается, ты вот ее видишь и уже смотришь, где следующая. Чтобы, потому что когда бежишь вниз по камням, то маркировку можно не увидеть и машинально убежать просто вниз, как тебя унесет. Вот. А нужно всегда смотреть, где маркировка. Вот. И, то есть включаешь контроль. Все, то есть вот смотришь, куда что наступить и... большая концентрация. То есть, если когда бежишь по равнине или в горку, можно отключиться, расслабиться, как-то вот работать. А вниз это полностью... А когда приходит усталость, когда начинает мышцы включаться? Бывает, сводит. Особенно, если трасса идет вверх-вниз, вверх-вниз, начинают сводить мышцы, но вообще тут, не знаю, это, наверное, непрофессионально, но я всегда договариваюсь ногами. Такой, не смейся, как, ну, какие судороги вообще, вы о чем? То есть как-то так. Вот. Ну, конечно, куда им деваться-то? Вот. Ну, у меня вот на зигаме было такое, потому что у нас в России почему-то нет таких трасс, чтобы вот прям очень сильно было вверх-вниз, вверх-вниз, а там, получается, три горы, и потом начиналась вот такая вот трасса. Причем испанцы очень любят профиль не дорисовывать. То есть там, например, если в Испании на профиле, ну, они просто наклейки такие делают, если нарисована равнина, то это будет пологий подъем. Если нарисован подъем, то это вообще капец просто. Вот, а если спуски, то я даже не знаю, что там. Ну и вот, я бегу и смотрю, впереди парень, он стоит, у него судороги, мышцы свело, и я такая, слабак, вот причем на том же самом месте. Но это я поняла, что вот от такой работы. И во Франции вот как раз бежала 18 километров неделю назад, то же самое. Концовка дистанции, вроде уже нарисован спуск на профиле, и началось так вверх-вниз, вверх-вниз, и начинает так вот подсводить немножко. Но вообще, помимо того, что я с ними договариваюсь, я стараюсь их расслабить. То есть стараюсь поменьше напрягать и как-то... Но вообще один раз меня очень сильно... кстати, вот к вопросу о гладких. Я бежала марафон зимой, но там тоже набор был около 500 метров, 3:30 у меня было время. Вот, у меня там за 2 километра до финиша очень сильно свело ноги, и я бежала вот уже на сведенных, добежала, и как только финишировала, то сразу упала у меня вот сразу всего. Вот, ну то есть там к чему был вопрос, о контроле, да, вот то, что нужно контролировать. А сколько у вас стартов примерно, или через какой промежуток, как вы календарь себе планируете, расписываете? Ну вот в прошлом году у меня не было направленности, я не знала, что мне бегать, я попробовала практически все. Но получается за сезон, наверное, 3 основных старта и какие-то, ну вот в месяц 1-2, не больше, причем один получается основной. И так, ну вот если прошлый год брать, то это был чемпионат Европы в мае, 22 мая. Следующий серьезный старт был 4 июля, потом 10 августа.
Ну, там как-то он был не очень основной, конечно, но вот. И следующий 26 сентября. Или нет, 19 сентября. Вот, в этом году, когда я решила попробовать ультры, у меня получилось 7 мая. Вот он, неудачный 2 июля, но он тоже получается не основной, потому что, ну вот, 7 мая, 22 июля, 23 июля. И следующий будет в октябре. То есть, всего три. Это три основных старта. В общем, соревнования получается. В общем, ну, получается, если брать тоже этот год. Раньше, когда первый год начинала, я чередовала скоренник и ориентирование. Там было вообще сложно, потому что я отобралась снова в сборной области, и получается, по ориентированию старта они в основном многодневки, там три дня подряд, потому что классика, спринт и эстафета. То есть прибегаешь, классика, спринт, эстафета, три дня подряд стартуешь, приезжаешь, через четыре дня уезжаешь там на тот же Конжак, приезжаешь, у тебя снова соревнования по ориентированию, то есть как-то все быстро, и тренер сказал, что как бы, ну, это не вариант. Вот. Если брать, прошлый год тоже много стартовала, в этом году поменьше. У меня в марте был старт. Причем старты до 15 километров, если они там какие-то коротенькие и у нас рядом, то спокойно можно бегать. Я как-то их даже особо не считаю. Вот я сбербанковский марафон бежала, который 4,2 километра. Вот. Но я в плане, даже в рамках тренировки, то есть надо было пятнашку пробежать, я там пробежала эти 4 километра, пробежала дальше. Вот. Из дополнительных, получается, в марте в Казахстане сбегала вертикалку, в мае... на Red Bull съездила. Кстати, вот отдельно, если кому интересно, вот, знаете, короткий забег 400 метров, самые сложные 400 метров Red Bull проводят. Забег в трамплин. Его проводили в Казахстане, в Алмате, в начале мая. Это что-то невероятное, потрясающее. За эти 400 метров успеваешь пережить намного больше, чем на всякой ультре. И действительно понимаешь, что значит выплюнуть легкие на финише. Но впечатлений очень много, и стоит это попробовать в каждой жизни. А как туда не упасть? Меня все время мучает вопрос. Не упасть? Да. Ну, назад. А там сетка, да. Ну, там на самом деле не так сложно. То есть, конечно, если сильно отклоняться, то может так унесет. А вообще идешь, за эту сетку держишься, но самое главное не выпрямляться. Вот я, ошибка моя была. Я к 300 метру вышла в лидеры, я почувствовала это, я знаю, что я иду первая. И получается трамплин, он же вот так вот, потом выполаживание, и начинается лестница. И отработала. И вместо того, чтобы вот так вот на полусогнутых добежать до этой лестницы, я выпрямилась полностью, смена давления, и там Алматы все-таки там больше 1000 метров высота. То все у меня сразу, я так вот на руках себя уже вот так вот вытаскивала, и причем реально ползла на финиш, то есть вот так вот уже ползком отмечалась. Вот. Вот это Байкал, если кому интересно. Байкал. Это озеро сердца. Забег на пик Черского, получается, вот по гребню, и вот туда видно вот точечки там. Слушай, такой практический. На пик Черского, так называется. На пик Черского? Забег на пик Черского. Такой практический вопрос, то есть, вот если эти в Пиренеях забеги и на Канарах, они, наверное, достаточно там, хорошая инфраструктура, есть гостиница, там, не знаю, ты вышел, пошел, ага. То вот у нас это Алтай, там. Ну вот с Алтаем, да, сложно. Там потому что есть альпинистская база. Нет, там есть домики, то есть можно жить. Но, естественно, ни о каком душе, ванной можно и не мечтать. Душ есть на улице, но там вода нагревается, то есть достаточно комфортно, если с погодой повезет. Если говорить о забеге на Черского, то жить в Суюдянке, там гостиницы, все, что захочешь. Ну да, нормально. Потом, например, если говорить о забеге на Иремель, который у нас проводится, то там... можно жить в нормальных условиях, но там нет сотовой связи. То есть ее вообще нет. Mm-hmm. Вот так. А как спасатели работают? Спутниковый у них телефон. Это Пиренеи. Вот трасса пойдет, насколько я понимаю. Вот она. А какая тебе дистанция предстоит сейчас? 105. Это ультра-Пиренеи. Транс-Вулкания. Тут видно... наклейка с профилем. Испанцы очень любят профиль клеить и очень помогает, удобно, потому что знаешь, что где тебя контрольный пункт. Но тут уже есть намек на тропу. Видно, что это. Рюкзак не мешает?
А это обязательно снаряжение. И нет, он легкий очень. Причем я даже вот не замечала, что он у меня, оказывается, съезжает немножко. Но он затянут на максимум, но как-то, видимо, что-то великовато. Вот. Не мешает. А это Доломиты. Та самая гонка, 22 километра. Ну, тут видно, вот здесь вот горы. Да тоже, видите, какая дорога беговая. Это уже как раз вот я показывала там, где... Ну, это я не записала фотографии, где там лезть нужно, но это уже так нормально уже можно идти. Но это высота в районе 3000 метров над уровнем моря уже. А, это вот неделю назад во Франции, причем кто-то пошутил в комментариях, что мы как два подростка, бесенок и укурыш. Вот это высота 2800 над уровнем моря. Старт был, вот если видно, вот, вот это вот серенькое, это город. То есть на 2,8 километра, на борт ровно 1000. И учитывая еще перепад высот, ну так, сложновато. Это ультрапиренеи. У меня там закончилась, ну, в общем, села батарейка. Я рассчитывала на 17 часов, так как я бежала без подготовки. То есть это был просто такой экспромт. Причем мне еще очень повезло, что я нашла финансирование. Это вообще отдельная история. Получается, старт проводился 17 сентября. 17 сентября. В начале августа день физкультурника. А так как я тренер, нас позвали в законодательное собрание на вручение премии заслуженным тренерам. Вот. И все отлично. Сам председатель законодательного собрания вручает премии. Все заканчивается, а нас туда в обязательном порядке, чтобы мы сидели, хлопали. Все закончилось. Все собираются уходить, тут к председателю все подходит фотографироваться. Ну и отлично, и тут у меня просто как лампочка такая загорается, я всех расталкиваю, подхожу и буквально за 2 минуты выдаю ему целую речь в плане того, что я работаю детским тренером, а что может быть для детей лучшим стимулом, чем видеть, что дальше детского спорта тоже есть продолжение. То есть пока ребенок, детский спорт у нас есть, а взрослого спорта уже нету. То есть тренер, он лучший мотиватор. И чему я могу научить детей, если они видят, что я сама не имею возможности никуда ездить, никуда выбегать. В общем, я ему очень много сказала, причем это все было очень кратко. Я не знала, как он отреагирует. В итоге он стоит, смотрит мне в глаза, берет меня за руку и говорит: «Поможем». Он тут же подводит секретаря, говорит: «Так, все». Тут два дядечки его забирают, он уходит. То есть, получается, мне очень повезло, что вот... Он мне время уделил. Я секретарю сказала, что вот будет проводиться финал Кубка мира, что если я прибегу и финиширую эту гонку, попаду в 15 первых девушек, ну, женщин, то я буду иметь возможность в следующий год бежать чемпионат мира, тоже в дисциплине ультра. Вот, я ей все это сказала, сказала, сколько денег нужно. И буквально через 2 дня мне позвонили и оплатили полностью поездку. Вот, поэтому я месяц остался, я тренеру сказала, ну, как бы, ну, что делать, придется, главное уже не убиться до старта. И в итоге меня хватило на 80 километров, я шла прям точно по графику на 17 часов, и после 80-го мне не хватило элементарно мышечной памяти, то есть у меня получается, я на тот же спуск не могла уже просто идти, в горку-то еще нормально, а со спуска уже все болит, и я последние 30 километров оставалось, я в горочку кое-как бежала, со спуска вообще не могла бежать, и в итоге пришла 11-я. В общем, да. Я очень расстроилась, потому что... Председатель? Да, я позвонила, написала даже отчет, я подумала, что им будет приятно, потому что как бы я выполнила цель, в следующем году поеду на чемпионат мира, но они сказали: ну да, ну ладно. Как-то так. Мне удобнее, да, на ногу. А на что, на булавку? Да. Наталья, тренеры, извиняюсь, спонсоры вами интересуются? Спонсор? Ну как, спонсорам вообще, мне кажется, очень сложно. Вообще это сказка, когда кто-то приходит и говорит: давайте-ка я вам дам денег. То есть я, начиная с 2014 года, когда я впервые захотела попасть в команду Innovate, я им написала. Но я тогда бегала еще вот так, вот только начинала. Вот, мне Ольга Мороз ответила: а вы, извините, кто? Вот. Я сразу вспомнила мультик про маленького гнома, когда он приходит и говорит: бабушка, почему меня никто не замечает? А кто, что ты сделал для того, чтобы тебя заметили? Вот. Мне пришлось выиграть Кубок России, российскую серию и попасть в сборную России, чтобы мне Innovate написал о том, что не хотели ли к нам в команду. Вот я очень им благодарна, потому что я изначально в их обуви бегала, и мне нравится, и получается, они сейчас экипируют, но это только экипировка. В
плане денег, живых денег, чтобы вот можно было взять и поехать куда-то на старты, то у меня начинается работа примерно с октября. Я составляю презентацию, разные варианты спонсорского пакета, что я могу предложить, и начинаю просто обзвон компаний. И вот у меня вся зима посвящена поиску спонсоров. Вот, кто-то, ну, очень много отказов, очень. Причем бывает такое, что уже думают, куда мне там на форму логотип нацепить, а в итоге говорят, ну, у нас планы поменялись, и все. Вот, поэтому... Это среди местных вашего региона или да. федерального? Да, но федерального я пока еще не пробовала. Просто, мне кажется, это нужно... И результат немножко получше, повыше, потому что у меня, ну, по сути, третий год только так тренируюсь. Думаю, что потенциал еще есть. А, по поводу возраста. Все очень... часто задают вопрос, то есть вот недавно общалась с потенциальным спонсором, он спрашивает: Наталья, ну вот вам 32, сколько вы собираетесь еще бегать? И пример, во Франции я финишировала на вертикальном километре, 13-я среди женщин, 13-я. При этом я была 8-я по возрасту, то есть впереди меня 5 женщин старше 40 лет. И причем одна из них в пятерке в абсолюте. То есть там как бы пока бегаю. Вот. Ну, вообще, вопрос с спонсорами очень, это сложно, но вот я смеюсь по поводу того, как сборная России едет на чемпионат мира. У меня с собой котелок. И мы там попросили знакомого в Барселоне купить газ. У нас есть горелка. Ну, потому что денег хватает вот по минимуму. То есть, если кто-то за свой счет едет, кто-то находит оплату. То есть, мне, например, частично оплачивает Министерство спорта, причем только потому, что я в начале весны, там, в феврале, кажется, позвонила в Министерство спорта, записалась на прием, сходила на прием к замминистру спорта и сказала, ну как бы, ну чемпионат мира, ну как можно не ехать, причем раз в два года. Ну вот они сказали, что помогут, ну, билет оплачивают, причем из Москвы. До Москвы придется, ну, как за свой счет. И я с прошлого года сотрудничаю с магазином спортивного питания и попросила, чтобы мне дали денег немного, мне 300 евро дали. Вот. Ну, как бы, живыми деньгами очень мало кто дает, поэтому приходится вот как-то. Извините, такой вопрос. А у вас когда сезон начинается, и между стартами у вас как-то тренировки меняются? То есть, когда уже начинается? Да, сезон, конечно. В какую сторону акценты делаете? Сбрасывание объемов. Это сразу, то есть, например, больше 25 километров я не бегаю в соревновательный сезон. И цикл тренировочный на одну неделю меньше. То есть, если, например, месяц между стартами, неделя восстановления, две загрузки, отдых. Вот такой вот. Ну, как бы, получается, уже не отдых, а уже подготовительный к старту. Перед стартом сразу, естественно, сбрасываются объемы, но самое главное, не сбрасывается скорость. То есть, если, например, должна быть обратная пропорция. Сбрасывается объем, повышается скорость. Вот. Как-то так. Nice. Ну, все. Да. Все, Саша? По диету, что у вас? Ну, вообще надо. Мне очень не хватает в этом плане самодисциплины, потому что иногда бывает, что не всегда... Ну, вот то, что работа... Многие считают, что работать тренером, особенно детским, ну, как бы это очень легко. На самом деле график иногда двигается так, что вот у меня, например, несколько дней в неделю такие, что я к 8 отвожу дочку в садик, к 9:30 я уже на работе, успеваю что-нибудь быстренько чай попить. С 9:30 до 11 у меня тренировка с детьми, потом я тренируюсь сама. С часу до двух я обедаю, отдыхаю. В 3 у меня тренировка снова с детьми, потом я дочку в садик. И то есть получается, все равно нет возможности полноценно что-то поесть, вот где-то там какие-то что-то перекусы. И надо бы. То есть в идеале, конечно, чтобы и рыба была, и... Ну, я не вегетарианец, сразу говорю, я ем мясо. Я ем все подряд, но, например, ну, очень давно, наверное, пельмени не ела, просто потому что от них как-то тяжело. Жареного стараюсь, ну, как-то тоже не очень, я вот даже не знаю. Ну, картофель фри, например, я не люблю. Ну, просто перед не люблю. Загружаете? А, вот перед гонками я слушаю организм. То есть нет такого, что что-то хочется, что-то не хочется. И как-то вот даже не знаю. Ну, вот я приводила пример, что мне хотелось после старта творог, только творог. И ела вот, я шла, покупала творог, ела со сметаной. Вот, буквально там несколько дней прошло, и мне захотелось чего-нибудь сладкого, просто безумно чего-нибудь сладкого. Причем даже не выпечку там, например, там какую-то печеньку, а вот именно, чтобы крем был, ну, что-то такое вот. Ну, как-то надо. Я думаю, что вопрос питания очень важен, но мне не хватает самодисциплины в этом плане. Может быть, просто потому, что я еще действительно считаю, что все сгорит, все там побежало. Я вот сейчас вот вообще не напрягаюсь, думаю, мне там через неделю
20 часов бежать. Да, про SkyRunning еще спросить. Но с точки зрения организации, это же в России какая-то отдельная или федерация, то есть вы не относитесь к легкой атлетике? Да, да, к федерации альпинизма относимся. Поэтому вам можно выступать на международных соревнованиях? Да, можно. Да. Причем после того, как был скандал с легкой атлетикой, на сайте Международной федерации скайранинга появилась новость, просто у них отдельный обзор и указание, анонс чемпионата мира, и указание, что с 90-го года, или там с какого-то, когда официально был признан этот вид спорта, и начались проводиться соревнования такого уровня, не было ни одной положительной допинг-пробы. То есть, по-моему, скайранинг еще вот именно из-за того, что нет привлечения больших денег и призовые, например, ну, там 1200 евро, 1500, например, во Франции за первое место давали в BMW в аренду на год. Ну, в смысле, просто вот на год ключи. Вот, то есть, по сравнению с другими видами коммерческими, ну, вообще просто копейки. И люди еще... Ну, это горы. Тут бывает такое, что люди думают, ага, отлично, все, поеду, пробегу горный марафон, вы там бежите, что там, 3 часа марафон, я там за 2:30 пробегу. Приезжают, бегут и говорят, все, больше ни ногой сюда, как вообще бегаете, это не бег, это вообще непонятно что. Вот, и скайранинг бегают именно люди, которым это нравится, которые любят горы. И какая-то такая атмосфера взаимопонимания, дружбы среди всех участников, нету какой-то жесткой такой конкуренции. И как-то вот, может быть, поэтому люди, вот сами спортсмены-участники, которые лидеры, они немножко по-другому к этому относятся, не как к способу зарабатывания, а именно сохраняют этот спортивный дух, когда ты соревнуешься с равным себе в одинаковых условиях, и на равных условиях выявляется сильнейший. Вот как-то так. Ну, это мое мнение. А здесь это где? Это Трансвулкания, это получается, да, вот где-то вот, вот здесь вот трасса проходит, это тоже Трансвулкания, там очень много вот экранов, трансляции идет, и то, что вот все это яркое, оранжевое, причем это финиширует не лидер, там, ну, можно, это еще не лидер, это местный их спортсмен, но и всем болельщикам выдают вот эти вот штуки вот так вот, чтобы стучать. Вот. Это Казахстан. Как раз вот в марте бежала гонка. У них потрясающие условия. Можно, у них каждую неделю соревнования проводятся. Можно бегать где угодно, как угодно. Тут я тоже с палками, просто потому что там тоже обязательное требование палки. Вот на высокогорных вертикальных километрах в обязательном снаряжении палки бывают. Это Испания будет. Вот Buff Epic Trail. Это Нурия Пика. У нее фамилия. Она одна из лидеров в мире в ультра-гонках. То есть она очень многих мужчин даже обыгрывает. А ультра-трейл, ну, Монблан и вот это все? Ну, нет, нет, это не скайранинг. Вот, еще есть очень такая неявная грань между скайранингом и трейл-раннингом. То есть трейл-раннинг — это, по сути, тот же самый кросс, который вот всегда был, но вот сейчас называют его трейл-раннингом. То есть это любой бег по пересеченной местности, ну, по тропам, и тоже определенный процент должен быть асфальта, то есть не более скольки-то процентов. Вот. И получается так, что любой старт по скайранингу можно назвать трейлом. То есть, в принципе, можно. Соответствует требованиям. По тропам, без троп, асфальта нету. Но не каждый старт по трейл-раннингу является скайранингом. То есть, получается, что... А, не знаю, тут может быть... ну, это с гонки, да, фотография. Да, это, кстати, я не знаю. В некоторых стартах не разрешается. Да. Ну, я не знаю. Кстати, интересный вопрос. Я даже и не обратила внимания. Ага, тоже с наушниками? Да. Ну, нет, если они бегут в наушниках и их не снимают, значит, это разрешено. Потому что, насколько я знаю, в Европе, ну вот те старты, которые я бегала, там очень строго. Например, у меня знакомый испанец пробежал Трансвулканию за 8 часов, был очень близко к десятке, то есть он пробежал очень хорошо эту гонку, и его на финише дисквалифицировали за то, что он вместо положенных двух бутылочек там, по 0,5, он взял по 0,25. Ну, схитрил там, они поменьше же весят. Вот, его прямо на финише дисквалифицировали.
Вообще так-то проверяют. На самом деле еще скайранинг делал. Я сейчас бегала без руки. И вот ты бежишь, какие наушники? Там камнепад, там грохочет, ламины сходят. А, ну да, и да. Ты останавливаешься и думаешь, господи, тебе каски на голове не хватает. Вообще тебе идти дальше вот во все эти? Нет, вот это скайранинг. Да, 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 да. Это, а это уже мы по второму кругу пошли, это вот Пиренеи, та самая трасса. Да-да-да, это уже было. Да. Ребята, есть вопросы? Наталья, есть ли какая-нибудь цель, такая долгосрочная мечта почти? Конечно. Какая? Я еще даже когда только начала бегать, когда еще там по 6 минут, по 6 минут у меня кросс общее время занимало, меня спросили об этом, ну как, мне кажется, как у любого спортсмена, это стоять на пьедестале, чтобы в твою честь был поднят флаг и играл гимн, и я тут буду, у меня слезы, и страна гордится. Потом. Как потом? Потом будет ориентирование. Да. А потом буду чемпионат мира по ветеранам. Я тут жду, не дождусь, когда мне 35, чтобы по ветеранам можно было бегать. Но я до сих пор не понимаю, что я профессиональный, потому что я денег не зарабатываю. У меня что-то как-то все в минус ухожу. Нет, у меня же есть основная работа. Я работаю детским тренером. У меня основная, я тренируюсь в обеденный перерыв, и после того, как у меня муж с работы приходит, я ему дочку оставляю, бегу свою вторую тренировку. То есть я пока в обеденный перерыв тренируюсь, но я с сентября собираюсь уволиться, и тогда я буду профессиональным спортсменом. Муж у меня не спортсмен. Я думаю, что нет, может быть, попала бы тоже в какую-нибудь международную команду. И видите, я просто не знаю, как там это все устроено. То есть здесь, например, мне помогает частично федерация, наша именно областная федерация. Просто потому что так получилось, что я первая начала в этом скайранингом заниматься, и когда они это все поддерживают. Вот если бы я знала, например, как там это делать. Но там, может быть, были бы лучшие условия для тренировок. Потому что здесь у нас, учитывая еще географическое расположение моего города, это очень сложно. Потому что все-таки, несмотря на то, что я тренируюсь на равнине и могу бегать в горах, если бы я жила где-нибудь в горах, это было бы намного эффективнее. Потому что горы все-таки их ничем не заменишь. То есть как-то все-таки нужно хоть чуть-чуть где-то. Ну, я могу сказать, что нет. То есть там тоже это тема достаточно нишевая. И медиа-покрытия у нее нет, поэтому там нет каких-то огромных... Не, но там поддержка больше в плане вот именно медиа. Там потому что вот даже вот этот вот... Есть, но она с брендами связана. И да. Бренды связаны с тем, что там есть количество людей, которые этим увлекаются, которые можно продавать раз в год новые кроссовки. Там, да, но там, мне кажется, народу побольше. Но в целом это сильно, принципиально не отличается. Я, например, в Ironman знаю человека, который готовился к Ironman Canada по элите и жил в трейлере. О, ну он хоть в трейлере жил, не в палатке. Он жил в трейлере, он поставил его, как вагончик, он поставил его на парковку в университете, договорился, что его оттуда не будут выгонять. Вот из этого трейлера он выезжал на велотренировки, выбегал, по стадиону университетскому бегал, и в бассейн ходил, там как-то он договорился, что с него не брали за это деньги. И он так жил год, или там два года, то есть достаточно. Потом он выиграл Ironman Canada и стал, например, героем. Это было много лет назад, а тогда еще Ironman не был так популярен, но уже набирал. И Gatorade, напиток, который... Затонический. А у них тогда была рекламная кампания, и Майкл Джордан был лицом Gatorade. И парню предложили стать вторым лицом Gatorade. Рядом с Майклом Джорданом. У него просто снесло крышу от этого, он себе купил дом в Малибу. И больше ничего никогда не выиграл. Через полгода у него забрали контракт. Дом остался? Дом он продал за долги, и в итоге он вернулся обратно в трейлер, но найти мотивацию на то, чтобы снова выиграть Ironman Canada, он уже не смог. И в целом эта история, на самом деле, очень многих спортсменов там западных, которые туда пробиваются, потому что справиться с этим не так просто. Надо просто следующую цель ставить. В его случае как-то так не получилось. А вот по норвежским спортсменам, которых я неплохо знаю зимних видов спорта, вот то, что рассказывает Наташа, это абсолютно нормальная история, когда в Норвегии на твоем месте стоит человек, который на Кубке мира въезжает в пьедестал,
и рассказывает о том, как с утра она отводит дочку в садик, потом она едет на работу, после работы она делает тренировку, после тренировки она идет снова на работу. А, ну да, причем вот мне с работы повезло в плане того, что я могу, вот, например, я пообедаю в час, у меня в 3 следующая тренировка, я вот так вот на стульчиках ложусь, у меня завуч заходит, о, Наталья Николаевна спит. Ну, вот у них так же, да, и потом они на пьедестале на Кубке мира, и это совсем такой другой спорт. А у нас те, кто... У нас нет сейчас на пьедестале Кубке мира, там женщин практически, но те, которые хотя бы в десятке, там, или в тридцатке, они получают государственное финансирование за олимпийский спорт. Но это все приводит к тому, что вы, наверное, читали сегодняшних новостей. Да, а что было в новостях? Однажды по телевидению, когда был обзор забега московского, комментаторы сказали, что ну, а профессионалов вы можете увидеть по зеленым майкам. Поэтому дали мне с удовольствием нашу зеленую майку. И теперь все будут понимать, кто все-таки Людмила. Спасибо. Можно я почитаю, что там написано? Спасибо тебе огромное. Спасибо. Но на самом деле эти майки заряжены... Кстати, вот эта вот надпись, я бежала в этом году марафон «Забег за облака», и как раз вот с него у меня началось мое занятие скайранингом. Бежал парень, у него была вот эта надпись на футболке, и я ему в спину встала, и просто бегу-бегу, и думаю о том, что странно, я вот 2 года назад по этой трассе шла пешком, а сейчас я бегу, и как раз вот тут, если ты можешь об этом мечтать, то ты можешь это сделать, да, и так переводится. Но тогда очень зарядила так, потому что потом, ну, наверное, так и есть, потому что как-то получилось так, что все, что происходит, я когда об этом думала и в какой-то определенный момент поверила, ну, в то, что это возможно. Вот. Спасибо. Что? Там главное терпение. 20 часов, это надо просто... Спасибо. Да, вам спасибо.